Вообще, это очень интересно наблюдать за жизнью людей, которые чем-то увлечены. И эти увлечения отличаются от твоих, и когда ты начинаешь узнавать больше про их увлечения, для тебя открывается новый мир. Все эфирные масла охватывают все зоны. А зачем тогда нужны разные масла? У тебя апельсиновые деревья, может быть, растут? Может быть. Может быть, они росли в прошлой жизни, но аромат для меня очень... Несет в себе противовирусные свойства. Мне представляется такая юная ведьма, которая ходит там... Так, запах, капельку того, капельку сего, сушеную лапку вот этого добавить. Чувство кожи изменилось. Вот еще, что очень важно для нас, для девочек, для женщин. Что не интервью, мы говорим про афродизиаки. Ну... То есть, это явно неспроста. Поэтому у меня с собой, я в тот раз уже говорила в сумочке, что всегда... Всем здравствуйте, меня зовут Александра Паснова, и я закоренелый цветочник. И сегодня у меня в гостях снова прекрасная Юля Максимова. Сама по себе очень интересная девушка, увлекающаяся ароматерапией, плюс косметолог с волшебными золотыми руками, знаю не понаслышке. И сегодня мы с ней поговорим об очередных двух маслах. То есть первый раз, если вы не смотрели ролик, посмотрите обязательно, мы говорили о вообще, как определить аромамасло, вернее эфирное масло. Настоящее, не настоящее, по цене, по составу, на что обратить внимание, как ими правильно пользоваться, кому подходит, кому не подходит. Во втором интервью нам Юля рассказывала очень весело и задорно про масло апельсина. До сих пор, да? Не отпускает. Да. Прошу прощения. Значит, в прошлый раз нам Юля рассказала про масла апельсина и герани. И, в принципе, много интересного я для себя почерпнула. Надеюсь, что вы тоже. Если не смотрели, опять же, посмотрите обязательно. Сегодня мы поговорим еще о других двух маслах. Юля, какие ты нам сегодня масла приготовила? Здравствуй, Александра. Здравствуйте, зрители канала. И я бы сказала, что громко сказано, что я рассказала о двух маслах в прошлый раз. Мы копнули, вот чуть-чуть капнули. на один миллилитрик, потому что это непочатый край информации, это безумно интересно, так же как мир цветов это все, это и прекрасные цветы, которые мы срезаем, выращиваем в горшках, и это то, что, масла, да, то, что из них добывается, ну не из декоративных, да? Вот мы в тот раз очень много говорили о масле апельсина, и ты вскользь затронула масло нейроли, если я правильно его выговариваю. И как мы выяснили, что масло цитруса делается из плодов, точнее даже не из плодов, а из кожурок. Из цедры, да. А нейроли делается из цветов апельсина. Цветы апельсина, ты мне говорила в прошлый раз, что деревья цветут практически круглый год. Я не соглашусь как цветочник, потому что у цитрусов есть ярко выраженная сезонность. Если мы говорим про комнатные растения, которые поставляют на продажу, в чем выражается сезонность у комнатных цветов? То есть, если растение плодоносящее или цветущее, оно не все цветут круглый год. Например, жасмин цветет несколько месяцев в году, и, соответственно, мы можем купить его только эти несколько месяцев. У цитрусов сезон все-таки зимний период времени, и летом их практически нет. Это говорит о том, что они либо только зацветают, либо они еще не успели набрать плоды, и как бы они не готовы к продаже. Ну, это понятно, речь идет о декоративных плодах. Масло нейроли. Есть все-таки какая-то сезонность, какие-то месяца, когда собирают эти цветы? Да, это два раза в год происходит, потому что удивительным образом у цитрусовых растений, деревьев, есть на дереве одновременно и зрелые плоды, и... Зеленые, да, цветочки, да, бутончики. И цветочки, да, поэтому два раза в год могут собираться лепестки весной и осенью, и таким образом делается, добывается это масло. Ну, к слову сказать, одно из самых дорогих масел в мире, потому что, чтобы сделать 800 миллилитров масла нейроли, вот здесь, например, 10, ну, да, то есть 80 таких пузыречков. 80 таких пузыречков нужна тонна цветочков. Что такое тонна цветочков? Это трудно что-то вообразить. Невообразимо, да, потому да. что они не весят... Сколько вагонов, даже сложно представить. То есть это такое вот ценное масло. Ну, ты еще первый раз говорила, что являются одним из самых дорогих масел. Это масло жасмина, да. по-моему. Да. И еще какое-то ты называла. Роза. Роза. Чайная. Да. Нет.
не чайное, потому что из чая не добывают эфирное масло, да. Роза дамасцена. Ну, есть различные виды роз, которые позволяют, да, из них извлечь эфирное масло, которое будет обладать терапевтическим эффектом. Ну, то есть, получается, розы, жасмин и вот это вот, цветы апельсина. Так как это все цветы, это очень такие тонкие, нежные, да, вещества. Ну, такие, лепестки, да, которые, да, фактически ничего не весят. И я так понимаю, что из одного лепестка там вообще нереально что-либо получить. То есть, ты, наверное, под микроскопом не разглядишь. Ну и, соответственно, цена. Хорошо, про апельсин. Я надеюсь, все, кто нас смотрел, уже выучили, что это заряд бодрости, энергии, вообще много чего. Чем вот, почему ты захотела рассказать про это масло, что в нем такого особенного, специфичного, какие эффекты оно дает, для чего оно вообще используется? Ну, мы в наших беседах между нами, девочками, да, очень часто упоминаем страсть. И нероли – это афродизиак. Опять-таки, это про наше женское настроение, про наше женское здоровье, про то, что эфирные масла помогают нам нормализовать наш гормональный фон. О геране мы тоже говорили в прошлый раз, да, в аспекте нормализации гормонального фона. Там шла речь об эстрогенах. Нероли помогает нам эндокринную систему выстроить, правильную работу, наладить организм, чтобы он сам, повторюсь, так как в прошлых эфирах, чтобы организм сам запустил эти процессы самовосстановления, и маслами мы только себе помогаем. Угу. Нероли считается вообще сильнейшим афродизиаком, таким глубоким маслом с ароматом горечи немножечко, но при этом очень цветочный аромат. Вот попробуй сама, какой он интересный. Ты знаешь, мне он очень что-то напоминает, причем такое вот садовое, которое есть у меня в саду однозначно. У тебя апельсиновые деревья, может быть, растут? Может быть. Может быть, они росли в прошлой жизни, но аромат для меня очень жасминовый. Как это ни странно. Что-то древесное, такое достаточно, да, горькое, терпкое, и вот второй раз мне почудился жасмин, который, как ты знаешь, я не очень люблю. Видимо, уже любишь. Кстати, ты пыталась мне рассказать, да, про первый раз самый, что означает, когда люди не любят запах жасмина. И так, мне кажется, мы до этого не дошли. Или мы это оставим за кадром? Мы это оставим за кадром, это будет тема следующей нашей встречи, я обязательно тебе расскажу. Нет, вот я на что хочу обратить внимание. Вы посмотрите, такая прекрасная, юная, цветущая девушка, блондинка с голубыми глазами. Что не интервью, мы говорим про афродизиаки. Ну... Это явно неспроста. Ну, конечно, возможно, это мой секрет, которым я сейчас делюсь и с тобой, и с нашими замечательными зрителями, потому что... Секрет вечной юности. Секрет вечной юности, молодости и женственности. Почему нет? Каждый раз я повторяю одну и ту же фразу. Мы часть природы, мы выходцы из природы, мы одно целое. Ну, это просто глупо и грех не пользоваться ее дарами. И эфирные масла — это то, что мы можем применить здесь и сейчас. Вот этот волшебный флакон у нас в Москве, мы находимся в Москве, они растут апельсины, как это ни странно, да. Апельсинов нет, мы не можем вдыхать, хотя сейчас там, где они произрастают, цветение, да, уже идет на самом деле, да. В странах. Я знаю, конец что марта. В Испании точно сейчас цветут апельсины, например, и этот аромат невероятный, он просто в воздухе витает. У нас нет такой возможности, поэтому у нас есть волшебные флаконы, и это очень высоко концентрированные вещества, буквально дозировка, одна капля и пол капли уже дают свой эффект. Ну и к тому же, опять повторюсь, мы живем в мегаполисе, нам всем необходим релакс. А у нероли есть особое свойство, он помогает успокоить истеричность натуры. И если есть склонность к нервному взрыву, к такой вот яркости проявлений, да, этого нервической, то нероли — это тот аромат, который позволит нас уравновесить. Ну, то есть он чуть-чуть снижает эмоциональный фон, да, его стабилизирует, да, гармонизирует. Да. Слушай, а вот я не помню, спрашивала тебя или нет, применение эфирных масел. Все ли эфирные масла можно использовать, ну, там, наносить на кожу, внутрь, в ванну,
в кремы добавлять, или у каждого масла есть все-таки своя специфика по применению, и то, что можно с одним делать, то не рекомендуется делать с другим. Методики одни на всех, но будет разная концентрация и способы нанесения. Если, например, мы возьмем одно из масел, которое у тебя есть, это чайное дерево, да, которое обладает очень сильным бактерицидным антисептическими свойствами, то чайное дерево, например, можно носить и в чистом виде. И, например, та же герань, о которой мы беседовали в прошлый раз, тоже может использоваться точечно в чистом виде на воспаление, на гнойные прыщи, на фурункулы. Ну, это точечно, да, мы поставили точечку на проблемную зону. И есть масла, которые могут сделать небольшой ожог кожи. Поэтому, ну, эти нюансы, конечно, нужно знать. Ну, для этого мы и учимся, ароматерапевты, чтобы знать все это и грамотно использовать. Скажи, пожалуйста, цитрус мы берем из цедры, он называется масло цитруса. Почему масло из цветов цитруса называется таким странным словом нейроли? Вообще, что оно означает? А это название, вообще история берет свои корни еще с 16-17 века, когда одна графиня, итальянская графиня французского происхождения, пользовалась этим ароматом, флёр де оранж. Да, аромат цветов апельсина. Говорят, что был пропитан этим ароматом весь ее дом, весь ее гардероб. То есть там не только перчаточка или платочек. Она буквально с этим ароматом жила. И она ввела моду на этот аромат, а ее второй муж происходил из итальянского города Нерола. И за ней закрепилось вот это вот прозвище, можно сказать, принцессы из Неролы. И вот аромат уже с 17 века стал называться Нероли. То есть до этого это просто цветы апельсинового дерева, флёр де оранж, то есть появился вот именно 17 век, благодаря этой принцессе, этой графине. Поэтому мы, ну, то есть получается, что да, что эфирные масла не всегда называются по тому растению, из которого его добывают. Какие у него свойства? То есть помимо релакса, помимо афродизиака, что еще? На что он, какие зоны человеческого организма оказывает влияние, что стимулирует или наоборот успокаивает? Все эфирные масла охватывают все зоны. Зачем тогда нужны разные масла? Зачем нужны разные? Потому что в той или иной мере, зависит от их химического состава, будет различное воздействие на разные системы и органы организма. Нероли является, кроме того, что афродизиак, да, и релаксант, еще является средством для коррекция работы сердечно-сосудистой системы. Ну, здесь уже пошли такие нюансы. Конечно, скептики сейчас скажут, да ладно, сейчас столько лекарства, там, не знаю, уколы и операции с этим работают. Но мы уже с тобой затрагивали тему, что эфирные масла работают в совокупности с другими методиками. Не заменяют. Традиционную медицину. Да, ну, традиционную, да? Ну, не заменяют, да, традиционную медицину, спорт, здоровый образ жизни, здоровое питание, то есть это просто идет дополнительным инструментом. Дополнительный инструмент, как и наряду с другими инструментами, но он не менее серьезный. То есть, если мы возьмем ту же косметологию, да, где тоже я применяю масло Нероли, то, например, рубцы постакне, да, если мы берем лицо на коже, или, например, стрии, которые на теле, конечно, полностью это не устранит, да, проблему. Мы делаем, соответственно, терапию определенную, там пилинги могут быть, ну и в качестве восстановления регенерации кожи будет терапия с эфирным маслом Нероли в том числе. Это не единственное масло, которое помогает при стриях, например. Оно вообще подходит всем типам кожи. Если у вас чувствительная кожа, то Нероли масло можно использовать. Например, есть масла, которые чувствительной коже противопоказаны, может вызываться раздражение и, ну, какие-то нехорошие реакции в виде покраснения хотя бы, но это уже неприятно, да? То есть это косметология касается, да, любой тип кожи. Хоть жирная, хоть сухая, масло будет нормализовать. То есть не существует такого масла, которое бы, например, сушило кожу в чистом виде, да, вот прям вот сушит кожу и все. Все эфирные масла, они с какой бы системой организма ни работали, они ее гармонизируют. То есть, если вам грустно, вам стало веселее, если вас зашкаливает весь такой, как ёрш наэлектризованный, вас может это стабилизировать и успокоить, соответственно, все системы приходят просто в баланс. Угу. Ты мне обмолвилась, что это масло считается маслом богатых людей. Да.
Почему? Они, потому что бедные себе позволить не могут, раз ты начала с того, что масло очень дорогое. Масло дорогое, и действительно, в древние времена вообще все эфирные масла были на вес золота. Их меняли на золото. Это было как вот, ну, измерение статуса человека в том числе, потому что всегда производство эфирных масел было дорогим. То есть и раньше как-то умели, извлекали, да, делали какие-то экстракты. Сейчас, конечно, это производство уже достигло там таких фабричных, да, форматов масштабных. Всегда это было дорого. И... Не, ну слушай, я представляю тонну цветов вручную, да, переработать, а производства не было, машин не было. Да, даже, да, страшно, да, представить, как это вообще все происходило. Ну, там были немножко другие методики, но тем не менее вытяжки делали, да, делали экстракции. Почему богатую, да? Почему богатую? Потому что стоило дорого. Дорого производить и дорого стоило. И при том оно было именно как лекарство. То есть раньше же не было, да, вот этой привычной нашей фармакопии. Не было химического производства, синтезирования таблеток, каких-то веществ. Поэтому люди лечились тем, что давала им природа. И, к сожалению, я считаю, что, к сожалению, мы от этого отошли. Хотя вы... Мне кажется, мы сейчас возвращаемся. Потихоньку. Возвращаемся, да, хотя вот мы о том же самом масле апельсина говорили, да, возьмите какую-то... какие-то вот, ну, в продукты питания, кондитерскую, да, сферу, или алкоголь. Вы увидите, что в составе всегда... Ну, зачастую будут присутствовать экстракты, вытяжки, эфирные масла того же самого апельсина. И апельсин — это не единственный продукт, да, из которого делают эфирные масла, которые используются. Мы просто об этом не знаем. Это все равно внедряется, это есть в нашей жизни и проходит конвой. Но раньше лечились именно травами, растениями, эфирными маслами, все, что можно было из них добыть. Делали на основе экстрактов мази, там, примочки, какие-то отвары. Это все было из растений. И поэтому нейроли — это было, ну, не самое такое вот простое, да, доступное средство, масло. Ну, его. Знаешь, если исходить из такой логики, то сейчас эфирные масла, если мы говорим про качественный продукт, это не самая дешевая вещь, которую может позволить себе, в принципе, ну, практически любой. Ну, понятно, что есть более, там, где, что мы с тобой говорили, там порядок цен от 800 рублей, по-моему, да? Ну, от 800 рублей это масло апельсин, да, действительно, потому что из цедры, цедра, ну, более, ну, такой, я говорю, доступный. Что это минимальный, ну, как, да, минимальный порог, поэтому получается, что и сейчас эфирные масла — это достаточно, тоже такая статусная вещь, если ты можешь себе позволить, если у тебя есть определенная коллекция, то в переводе на рубли это получается очень-очень прилично по вложениям. И если мы говорим про такие масла, как нейроли, которые, ну, понятно, что если масло апельсина стоит 800 рублей, оно стоит гораздо-гораздо больше, то это тоже масло богатых людей. Да, нужно учитывать, что мы рассчитываем на долгосрочную перспективу. То есть у тебя флакон, в котором 10 миллилитров, и есть специальная капельница, да, которая нам по капельке выдает это ценное вещество, и чем меньше у тебя дозировка, тем выше эффект. То есть флакона хватает на годы. Это вложение, скажем, долгосрочное в свое здоровье. Слушай, знаешь, мне сейчас такая пришла аналогия, мысль, что есть люди, которые измеряют свою статусность, свое богатство, они измеряют, насколько дорогая у них машина, насколько дорогая, да, марка телефона, да, насколько большая квартира. А среди ароматерапевтов, наверное, идет другая статусная какая-то градация. Сколько эфирных масел, сколько дорогих масел у тебя в коллекции. Ну, и тогда ты говоришь, я богатый человек. Да, да. Открываешь свой сундучок, потому что у каждого уважающегося ароматерапевта есть некий ларь, там или шкатулка, коробка, и вот там у нас, да, все это богатство, и ты вот шаманишь. Я к вопросу о том, что критерием богатства не обязательно должны быть... Не обязательно должно быть количество мешков с деньгами, стоящие у тебя там за дверью в кладовке. То есть можно посмотреть вообще на мир, да, по-другому немножко, и понять, что есть другие ценности. То есть есть другие ценности, кроме того, сколько стоит бифштекс за твоим обедом, есть другие ценности, значок у тебя там одной фирмы или другой висит на машине. Вообще это очень интересно, наблюдать за жизнью людей, которые чем-то увлечены. И эти увлечения отличаются от твоих, и когда ты начинаешь узнавать больше про их увлечения, для тебя открывается новый мир. Ты, я знаю, припасла нам сегодня масло, которое, я помню, что его добывают из других цветов.
Есть такой цветок, который можно встретить практически в каждом цветочном магазине. Называется он гвоздика. К моему великому прискорбию, цветок недооцененный. Причем флористы, 90% флористов скорбят об этом, поскольку гвоздика у российского покупателя ассоциируется с кладбищем, с похоронными какими-то траурными традициями. Как правило, это красная гвоздика. Гвоздики существует бесконечное количество сортов. Есть и лунные гвоздики, и вот сорт гипноз, он просто вот притягивает взгляд. Я обожаю кустовую гвоздику, я очень люблю одноголовую гвоздику. И вообще я искренне считаю, что неважно какой цветок, важно сколько его, и чем больше, тем лучше. В эфирных маслах, я так понимаю, та же история, потому что из маленького количества ты просто ничего не добудешь. Юля нам сегодня принесла с собой масло гвоздики, но она сразу оговорилась, что добывают ее не из той гвоздики, которую продают для букетов. Из какой гвоздики ее добывают? Гвоздика, понюхай для начала ее аромат. Он мне покажется... кажется, это та, которую специи мы добавляем, да, с чем я креветки варю. Я тоже, кстати. Это как раз из бутончиков масла эфирные гвоздики. Ну, это класс миртовый, да, то есть это не декоративная, это та, которая вот создает эти плоды, бутончики. И, соответственно... Люблю ее запах, мне он очень нравится. Гвоздика, да. Вот я заговорила уже о том, что многие эфирные масла присутствуют в нашей жизни, но мы об этом не знаем. Ну, не задумываемся, нам кажется, что ароматерапия — это что-то такое, эфирные масла забытое, далекое. Надуманное, да, очень много скептиса на этот счет существует. Но на самом деле вы удивитесь сейчас, если я расскажу вам о гвоздике, что она много где присутствует в нашей жизни. Ну, основной компонент у нее эвгенол. Ни о чем мне это не говорит. Сейчас тебе об этом что я тебе скажу, ты сразу быстренько вспомнишь. Когда-нибудь была ли ты у стоматолога? К сожалению, и не один раз. Да, и эвгенол — это то вещество, которое закладывают в каналы, из которых вынимают нервы, когда есть раны, когда удаляют зуб, после вычищения кариозной полости используется эвгенол. Он замешивается с другой составляющей, да, с цинковой составляющей, и даже этот вкус во рту вы могли чувствовать, вкус гвоздики, когда тебе туда закладывают лекарства. Да, да, да. Это оно и есть. Это как обезболивающий идет, обеззараживающий. То есть обезболивающий, обеззараживающий, мощнейший антисептик, мощнейшая антибактериальная защита. То есть там, где побывал эвгенол, уже ничего в кариозной полости, даже под закрытой пломбой, представляете, да, если бы у вас там осталась хоть какая-нибудь малейшая там полудохлая бактерия, что бы там стало, закрой вам это сверху пломбой, да, то есть сгнило бы все до кости просто. А эвгенол настолько это все дезинфицирует, угу, что мы прекрасно ходим с лечеными зубками. Так, вот дальше. Это и есть наша гвоздика. Дальше. Потом... Ну, приправа. Да, приправа, специи, то есть где мы? Глинтвейны, да, там компоты, креветки. Это вообще моя любимейшая приправа, мне очень нравится ее запах. И... Да, да. Она много, кстати, где в толченом виде добавляется для, да, аромата. Да, порошок, да, гвоздики. И из эвгенола в 20 веке добывали ванилин. Но так как это дороговато, но это же натурально, но все, что натурально, это уже считается роскошью, то уже стали синтезировать совсем, вот, ну, совсем химозно, ну, делать, да, ванилин. Да, да, раньше делали вот из гвоздики. Ну, я думаю, что это вот, ну, уже, да, достаточно. То есть есть мази аптечные. То есть не, всё, ну, что... ты же, понимаешь, ты как тоже вот интересно, немножко с тобой поспорю, да? Ну, давай. Скажем, даже не столько спорить, поскольку у меня нет... Спор – это навязывание своего мнения другому человеку. Мы с тобой подискутируем. Ты говоришь о том, что эфирные масла окружают нас в жизни. Но эфирные масла – это выжимка, да? Ну, не всегда, ну, допустим. Ну, в жидком допустим, виде. Да, да. Если ты говоришь про стоматологию, это все-таки, ну, либо порошок, либо что-то. То есть это нет, не это жидкость. Эвгенол – это жидкость. Да. То есть это которую добывают... Из эфирного масла. Сначала добывают эфирное масло, и порядка 70% эфирного масла гвоздики составляет эвгенол. Все, я поняла. Ну, когда мы говорим про приправу, там же нет все равно никакого эфирного масла, это просто приправа, это нас окружает аромат. Ну, вот если мы берем вот эти сушеные... Аромат – это что? Ну, аромат – это аромат, но это же не масло. Нет, дело в том, что... Что такое масло?
Мы сейчас вернемся. Что это не масло, да, я помню, да. Масло это не масло. Первая наша встреча, мы выясняли, что масло, это нет жировой, нет жировой составляющей. Ну, то есть это просто концентрация запаха. Это концентрация, да, концентрация запаха растения, то есть это не сок растения. Слушай, ну вот все равно, давай, мы там, мне кажется, так и не выяснили, почему тогда это называется маслом, если вообще это к маслу не имеет никакого отношения. Ну, я думаю, это просто для удобства стали говорить. Ну, экстракт привязалось. Экстракт — это не то. Экстракция — это будет другое. Угу. Экстракция — это не аромат растений в жидком виде. Ну, то есть это концентрированный аромат. Эфирное масло — это концентрированный, да, аромат в жидком виде. Полностью летучее вещество. И если ты возьмешь бутончик гвоздики, который ты используешь как специю, и ты его, например, там, в горячую воду положишь, или ты даже в пальцах длинной ручкой его, и ты как раз почувствуешь эфирное масло. Угу. И, кстати, ополаскиватели для полости рта тоже содержат эфирное масло гвоздики. Очень часто добавляют, потому что сильнейший, да, санатор. А если мы будем говорить о психоэмоциональном воздействии гвоздики, то ты удивишься, но это относится к классу афродизиаков. Удивительно, да, та самая гвоздика, которая в креветках и в глинтвейне, она является афродизиаком. И она относится еще к классу тонизаторов. То есть оно стимулирует, повышает тонус. Повышает тонус, да, бодрит. Ну, конечно, согревает. Какой афродизиак, если ты уснешь. И делай со мной, что хочешь, Паша, я ваша. И мы уже тоже затрагивали тему. Помнишь твой финальный вопрос нашей прошлой встречи? Один из вопросов: что делать тем, кто не знает пока, в чем его предназначение? Есть ли такие фишки? Да. Эфирное масло гвоздики будет входить в те композиции, которые помогут тебе раскрыться для себя самой внутри. То есть до тех пор, пока человек вот создает эту мишуру, ну вот внешний какой-то эффект, кто он, что он, но на самом деле он внутри потерян, он не понимает своей сути. А гвоздика может помочь раскрыться вот этому внутреннему твоему бутону. И услышать самого себя. Услышать самого себя. Возможно, это даже... Можно сказать, что и об интуиции, потому что такое интуиция — это умение слышать себя и доверять себе. И гвоздика тоже об этом. Поэтому, если вы говорите, что у вас плохо развита интуиция, ну, если вы так считаете, если вы считаете, что вы не слышите себя, если вы считаете, что не понимаете, для чего живете, я понимаю, что сейчас у слова «предназначение» очень негативный оттенок. Кстати, обращала внимание, что пошла уже такая, раньше все говорили: ищите свое предназначение, тогда вы будете счастливы. Если вы найдете работу по душе, вы не будете работать ни дня. И все это связано с предназначением. Мы ходили к астрологам, еще к кому-то. То есть сейчас пошла обратная тенденция. Все говорят: зачем вы ищете предназначение, вы просто живите. И если вы будете просто жить, у вас все будет само по себе складываться. Но, на мой взгляд, предназначение, ну, оно немножко грубое слово, да, более... Ну да, для чего ты предназначен? Да. То есть кем? Кем предназначен, да, в плане чего предназначен, кто кому сказал о том, что я этому предназначен. Угу. Это больше идет именно о поиске дела по душе. То есть вот я занимаюсь цветами, и мне это отзывается. Я, когда думаю иногда, что могла бы я заниматься чем-то другим, я понимаю, что нет, ничем другим я заниматься бы не могла. Вернее, я могла бы, но я бы не хотела, потому что только цветы вот дают мне силы, дают мне вдохновение. Это твой ресурс, правильно? Да. Любимое дело, которым мы занимаемся, является нашим ресурсом. Да, Юля, когда говорит о маслах, у нее загораются глаза. Да. А до этого? Вот, ну, то есть ей нравится. И ей нравится, что, вот, кстати, я заметила, и вообще вот все, с кем я общаюсь, это люди, которые не останавливаются на тех поверхностных знаниях, которые можно, ну, вот так по щелчку пальцев получить. То есть мы копаем глубже. То есть копай глубже, будешь знать лучше. И именно вот это признак специалиста, признак профессионала, признак эксперта, когда ты понимаешь, что есть еще вот такие аспекты, вот такие, можно сюда посмотреть. Вот Юля, насколько я понимаю, в ближайших планах пойти изучить психологию воздействия ароматов. То есть почему мы воспринимаем или не воспринимаем те или иные ароматы, почему эти вызывают отторжение. То есть какие внутренние зажимы способствуют такой реакции на запахи. Я тоже столько лет занимаюсь цветами, и каждый день я узнаю для себя что-то новое. Вот, например, про апельсины кое-что узнала. Я понимаю, что это не совсем про цветы, но это в любом случае плоды деревьев. И
они тоже имеют отношение к растениям. Соответственно, если вы понимаете, что то, чем вы сейчас заняты, вас не зажигает, не вдохновляет, у вас нет желания вставать по утрам, начните с масла апельсина, он даст вам заряд энергии и бодрости, и просто этого заряда бодрости вам должно хватить для того, чтобы дойти до профессионального ароматерапевта. Например, можете к Юле обращаться, Юля Максимова, страница есть на Фейсбуке. И под вашу задачу вам составит тот аромат, который будет вам приятен. Юля говорила нам об этом уже не один раз, что очень важно, чтобы тебе вот прям аромат был приятен. Да. И вот видите, да, рука к сердцу, к душе. То есть дело по душе, по сердцу. Это то, от чего вот у тебя душа поет, сердце там трепещет. То есть это то, чем ты готов заниматься сутки напролет, и ты не устаешь. Ты находишься в состоянии потока, в состоянии творческой энергии. И когда ты вот в этом живешь, ты несешь в мир, ну, пользу, наверное, тоже будет грубо сказано, но несешь какую-то положительную энергию, положительные эмоции, и мир отвечает тебе взаимностью. Юль, на что еще вот гвоздика? Ладно, вот, кстати, афродизиак у нас, то афродизиак это. Да, да. Есть масла, которые не являются афродизиаком. Ну, конечно, есть. Например. Чайное дерево. Да, это мы уже выяснили в прошлый раз, что это антиафродизиак для некоторых. Ну, конечно, не все, потому что, ну, опять же, разный химический состав, и не все масла будут воздействовать именно на гормональный фон. И... Слушай, афродизиак — это именно воздействие на гормоны. Я правильно понимаю? Да, на гормональный, да, да. Будет затрагиваться либо эндокринная система, либо То есть это не в голове там что-то сидит, это именно гормоны, и гормоны рулят. Да, гормоны рулят, конечно. Поэтому, если ты себя не очень хорошо чувствуешь, пойди сдай анализы. Гормоны рулят, это прежде всего, и все-таки любое расслабление, вот слово расслабление, да, а эфирные масла очень многие связаны с эффектом релаксации, будет тоже способствовать вот этому подъему, да, и возбуждению, потому что вот женщине, если мы послушаем каких-то толковых сексологов и психологов, да, женщине прежде всего нужно расслабиться. Пока женщина не расслабилась, пока она не успокоилась, что у нее там все одеты, обуты, не знаю, умыты, все приготовлено и там по бизнесу сегодня она все сделала, если женщина не расслаблена, то о каком удовольствии и наслаждении может идти речь. То есть первое, что нужно сделать, это обеспечить себе релакс. И вы уже выбираете, с помощью чего. Может быть, кого-то и расслабит лаванда. Лаванда напрямую, я не слышала, чтобы лаванда являлась афродизиаком. Лаванда — это, скорее всего, такой регулятор настроения. Mm-hmm. Если, да, тоже вам грустно, соответственно, от нее будет приятно... Радостно, да, ну приятно, спокойно, не как от апельсина, все-таки апельсин, он такой, ну прямо солнечный. Заводной апельсин. Да, да, да. То есть лаванда будет вас просто гармонизировать, успокаивать, расслаблять. И про ванну, помнишь, мы заговаривали про то, что ты говоришь, ну вот ванна, что вот, принимаешь ванну с эфирным маслом и что? Почему принятие арома ванн одно из сильных вообще? Даже через кожу свет, сразу. Да, потому что у тебя вода. И вся поверхность кожи. Вода выше температуры тела, да, там идет 38-39 градусов. У тебя раскрываются поры, ты расслабляешься, и действительно, если ты окунулась вот в воду, да, большей частью тела, то у тебя через каждую вот уже пору идет всасываемость кровеносное лимфатическое русло. Плюс ты сидишь в ванной, у тебя идет испарение от воды, и ты ощущаешь аромат, еще через дыхательные пути получаешь, да, эту дозу. То есть максимальный эффект. Да, максимально. Везде, где, ну, единственное, что ты внутрь не пьешь. Хотя дети... Можно хлебнуть. Можно, когда дети принимают ванну с эфирным маслом лаванды, деткам на два масла вот безопасными являются, ну, если сейчас так в общем говорить. Без учета индивидуального. Да, 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 не принимать сейчас как руководство к действию только, но вообще два масла, чайное дерево и лаванда, да, то детки, которые принимают ванну с морской солью и с эфирным маслом лаванды, которые ныряют там, вот бултыхаются, они заодно еще и санируют свои носовые ходы, все слизистые, да, там, это прекрасный эффект. То есть, ну, кстати, что... вот по поводу ванны, в самом первом интервью с Юлей она говорила правила безопасности по принятию ванны с эфирными маслами, поэтому бездумно не капаем воду, идем смотрим первый ролик наш,
и внимательно слушаем, что она говорит, потому что это очень важно, чтобы избежать ожогов и избежать повреждений кожи. И про, извини, еще хотела очень важный момент добавить. Возможно, это сейчас актуально, ну и в межсезонье всегда, что эфирное масло гвоздики несет в себе противовирусные свойства. То есть именно показано, вы даже возьмете любой учебник по ароматерапии и увидите, что эфирное масло гвоздики показано в период эпидемий, гриппа, инфекций, которые передаются воздушно-капельным путем, и в том числе, кроме них, еще и кишечных инфекций, потому что сильнейшие противовирусные свойства, вот которые благодаря химическому составу. Ну, а в свете того, что последние годы кишечные вот эти все гриппы, они распространены. И всякие разные вирусы, да, то есть мы можем использовать гвоздику. Кстати, ты одна из немногих людей, которые относятся к аромату гвоздики положительно. Очень много людей ее не воспринимают, потому что вот у них именно ассоциация только с едой. Какой тут еще афродизиак, когда мне вот пахнет, не креветками. Знаю, креветками. Да, но всегда можно аромат смягчить. И, кстати, парфюмеры используют эфирное масло гвоздики, именно парфюмеры, в очень интересных сочетаниях, и это считается классика парфюмерии. Например, гвоздика и роза, гвоздика и иланг-иланг, гвоздика и лаванда, гвоздика и грейпфрут. То есть очень много сочетаний. Мне кажется, роза там вообще потеряется на фоне вот гвоздики. Вот кажется. Кажется, кажется, конечно. Да, но парфюмеры знают какие-то свои, да, секреты и фишки. И вот есть прямо классические сочетания, как в любом деле. Есть классика, вот есть столпы. Но там уже есть вариации. Да, гвоздика много где используется в парфюмерии, поэтому все равно вы ее слышите где-то, но не знаете, что это она. Это опять, потому что она идет в клуб, да, это опять же к вопросу о присутствии эфирных масел в нашей жизни. Юль, скажи мне, пожалуйста, я не буду тебя сегодня долго мучить, а скажи... Я не мучаюсь, я с удовольствием и с радостью скажи делюсь. Мне, пожалуйста, когда в твою жизнь вошли эфирные масла, это было, напомни мне, сколько лет назад? Я думаю, лет 7. Лет 7 назад. Вот в какой момент ты, ну, я надеюсь, ты почувствовала качественные изменения, да? Мне все-таки важно услышать, и чтобы люди услышали про... качество жизни, потому что все, с кем я встречаюсь в рамках интервью, они именно про качество. Про качество обстановки, про качество, не знаю, взаимоотношений между людьми, про качество ухода за собой. Ну, вообще вот про качество жизни, про качество эмоций. Вот качественно изменилась твоя жизнь с этого момента? Полностью изменилась. Объясню, почему. Вот возьмем, например, аспект здоровья, ну, в плане... Домашняя аптечка. У каждого дома есть аптечка, в которой какие-то А, Б, В, там, аспирин, анальгин, не знаю что, у кого дети там, парацетамол, ну, есть что-то там, набор. Да, да, набор. И, ну, ты знаешь, меня человек тонко чувствующий природу и вообще стараюсь больше как в ту сторону. Для меня всегда было что-то вот неправильное в этом, что вот я и лекарства, я всегда чувствовала, что... наверняка что-то есть, что позволит мне заменить вот эту химозу, извините за такое слово, да, на что-то более естественное. То, для что человека, вот, да, в первую для очередь. Для человека и для меня, вот для моего личного организма. И, видимо, я это искала, у меня был вот этот поиск внутренний включен какой-то вот, да. Радар. Да, точно. И я нашла это в эфирных маслах. Всю аптечку заменили у меня эфирные масла. То есть укусил, например, вот скоро будет сезон клещей, весна. Пожалуйста, эфирное масло гвоздики от укуса насекомых, и особенно, когда клещ кусает, помогает нам ну, вот, зарубцевать и дезинфекцию произвести, чтобы никакая там зараза не распространилась. Вообще, это прекрасный репеллент. То есть отпугивает козявок, да, которые нам вот надоедают наслаждаться. Ты говорила, что до своего увлечения ты болела очень часто простудными заболеваниями. Да, да. Но опять же, я не могу перенести все на ароматерапию, как на ту самую волшебную таблетку. Потому что изменился еще образ жизни. Конечно, изменился и образ жизни, но и он тоже благодаря ароматерапии изменился. Что я делаю при... например, опасности, скажем так, в воздухе, каких-то вот угрозы вирусов и простудных заболеваний. У меня есть аромамедальон, вот здесь вот у меня сегодня с ароматом, кстати, гвоздики и иланг-иланга, интересный очень запах. Я ношу аромакулоны, я опрыскиваю, делаю в пульверизатор определенную там композицию с водичкой, и вот
раз-раз, нет, так прошлась по дому, там, попрыскала, да, где-то вот на цветочки, на шторочки, то есть санация воздуха. Есть комбинация, которая, если ты уже заболел, позволяет сбить температуру без таблеток. Мы просто наносим на проекции крупных лимфоузлов на теле эту композицию с эфирными маслами. Если у вас заложен нос, можем сделать ингаляцию, прополоскать горло при малейших признаках, только что вот в горле что-то запершило, и ты не хочешь, вот, да, чтобы это все усугублялось. Мы полощем горло тоже с эфирными маслами, с различными. Но все как-то вот можно иметь немножечко совсем, можно иметь даже 3 или 5, 6 эфирных масел, да, если вы не Три, супер. пять, Ну, шесть, нет, десять, ладно, ладно, все, двадцать. давай на 5 остановимся, на 5, которые будут вот решать все вот эти вот бытовые задачи. Не знаю, ухо, горло, нос, Защита от вирусов. да, защита от вирусов, И афродизиак, плюс хорошее настроение. чтобы вкусно пахло, да, чтобы в кухне, или, допустим, ты приготовила что-то у тебя дома, не знаю, запах еды, а ты ждешь своего любимого, чтобы ему не пахло борщом, а пахло цветами. Ты быстренько сделала вот композицию, и у тебя совсем Ну, другое то есть это такое настроение. прям ведьмачество чистой воды на Ну. самом деле. Вот я ее слушаю, и мне представляется такая юная ведьма, которая ходит там, как запах капельку того, капельку сего, сушеная лапка вот этого, давай, тут побрызгаем, здесь подложим, и все пойдет как по маслу. Ну, как-то само собой, Ну, это, само ну, собой. Мне, говорю, это флакончик. женское ведьмачество, потому что оно Да, ну. естественно, женская магия, ладно, скажем, более красиво. Ты... Качество кожи изменилось. Вот еще, что очень важно для нас, для девочек, для женщин. Когда я стала работать именно с кожей, с применением эфирных масел, вот лично на себе, я убедилась, как меняется качество кожи. Не просто ее внешний вид как-то там, Ну, то, ну, что на внешний. ощупь ее. Да, ты вообще вот трогаешь себя и думаешь, как это оказалось бы, я 2 года назад или 3 года назад, и я сегодня. Я вроде как не в ту сторону, да, и день рождения отмечать иду, а с каждым годом. Ладно, ладно, все Да, да, юные да, да, ведьмы да, так да. говорят. То есть вот там лет с 30, с 31 стала это применять, и я просто наблюдаю, как, ну, меняется качество кожи. Хорошо, это ты говоришь про физику. Что Да, касается да. внутреннего состояния, потому что ты периодически возвращаешься, делаешь акцент на том, что то или иное масло помогает нам расслабиться. Да. Была ли у тебя проблема, что ты не могла расслабиться? Мне кажется, это ну, та вещь, с которой сталкивается очень большое количество людей. То есть они все зажимаются, зажимаются, зажимаются. Отсюда пошло направление психосоматики, когда мы внутренние зажимы, эмоции засовываем в разные места тела, и тело начинает болеть. Мы продолжаем упрямиться, не слышим, зажимаемся еще сильнее. Блоки, И в да, итоге нас создаются, да. перекашивает, перекореживает, начинает болеть, ныть, отваливаться и чесать. Ну, как бы вот разные, да, проявления, а мы все равно продолжаем упорствовать и не понимаем, что с нами происходит. Вот насколько ты чувствуешь вот свою... Можешь, да, посмотреть немножечко назад, сказать, вот я была зажата, мне там с трудом расслаблялась, а сейчас у меня вообще нет проблем. Я просто не зажимаюсь, потому что я просто все время Нет, покажи расслаблена. мне человека, который не напрягается. Ну, Вообще есть я бы такое? показала на себя, но, к сожалению, пока это не так. Ну и про себя я сказать не могу, что я нахожусь на постоянном релаксе. Но суть вот в чем. Насколько мы быстро можем эту ситуацию Выйти. скорректировать, выйти. Либо мы из ней залипаем, либо мы ее быстренько Ну сглаживаем. стоп, но для Причем того, чтобы выйти, надо ее осознать, осознать. выявить, да, вычленить, выявить. Но это уже такой внутренний наблюдатель какой-то у тебя включается. Ну, вообще от задачи зависит, у тебя вообще такая цель-то есть или нет. Вот у меня такая цель, например, есть. Я знаю, что если у меня сегодня вот в течение дня пружина сжимается, 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 вечером я прихожу домой, она у меня вот либо выстрелит в мужа, либо она как-то сама по себе Медленно. потихонечку, да, вот обратно вот она у меня растянется. Ну, конечно, лучше второй вариант. Ну, конечно. Поэтому у меня с собой, я в тот раз уже говорила в сумочке, что всегда? Масло апельсина. Масло апельсина у меня всегда с собой. Его даже можно понюхать, пока в лифте поднимаешься домой, если, ну, живешь на каком-то этаже, или пока едешь в машине, добираешься до дома, понюхать медальон. Ну, я всегда, понимаете, как бы у меня, друзья, идет фоново это. То есть я не вдруг, ой, вспомнила раз в неделю про эфирные масла. То есть у Это каждого часть жизни. есть, да, у каждого есть такой инструмент. Я настолько с ними сжилась, и я так вообще этому рада, что у меня это идет вот, ну вот, лейтмотив, вот сквозь мою жизнь. То есть я про них не вспоминаю раз в неделю или раз в месяц, или ой, уже срок годности вышел, а я таки не воспользовалась. Такого нет. Ну, я говорю, флакончик под подушкой, флакончик в сумочке. Как люди носят свои любимые духи,
как мы это уже обсуждали, да, и поливаются ими, и создают вокруг себя вот это вот облако, не пойми. То это чисто да. такой индивидуальный препарат. Да. Ты знаешь, как ты говоришь, у тебя лейтмотив, вот я также про бизнес, когда меня спрашивают, а как ты вот занимаешься там столько времени бизнесом? Я говорю, я им не занимаюсь, я просто живу. Да. И все, что я вижу, я тут же, ну, как бы приспосабливаю к себе. И какие-то мемы мне ребенок присылает. Я смотрю и понимаю, что это можно использовать у меня. Причем это уже не в форме мема, а как-то это все переработано. То есть это просто образ жизни. Да. Так что, друзья мои, я благодарю вас. Я благодарю в первую очередь Юлю Максимову. Напоминаю, если вас заинтересовало, я уверена, что она вас заинтересовала. Ее страница есть в Фейсбуке. Пишите, добавляйтесь, друзья, отправляйте личные сообщения. Меня по-прежнему зовут Александра Паснова, несмотря на огромное количество перенюханных на эфирных масел, ничего не изменилось в моей жизни. Я по-прежнему закоренелый цветочник. И если вам понравился наш, не знаю, как ролик, интервью, видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и до новых встреч. Всем спасибо, что вы были с нами. Благодарю тебя, Саша. Буду надеяться, что наши с тобой интересные беседы, да, будут интересны нашим зрителям и пойдут на пользу, послужит та информация, которую я доношу, и ты доносишь. В общем, я уверена да. в этом, потому что людей ищущих очень много, а, как правило, информация приходит всем в нужное время. Соответственно, если вы сейчас, в данный момент, думали, что вам может помочь, эфирное масло – это один из инструментов, которые обязательно помогут. Всем спасибо и до новых встреч. Благодарю. До свидания.